Всем привет, друзья! У нас идет районный спор. Я, как обещал, записываю видео. Пока я сбивал только с плиток. Сейчас вот на меня нападают. Много донатных, очень много. 20-е, 21-е. С 9-ми, с 10-ми. Этими дикими животными вообще нереально пробивают. У меня вот 21-й со второго, с третьего раза пробивает. Тупо благодаря своему животному. У него 9-й скорпион. Вообще нереально вносит. Или у него, по-моему, 8-й скорпион. Это у другого 9-й. Может быть, во втором видео я сделаю. 10-м скорпионом меня сегодня вынесли вообще жестко. 22-й левел. 10-м скорпионом просто не почувствовал меня. Тоже носителями играет. Затестил я именно игру носителями. Мне очень понравилось. По скорости. Да и по пробиванию. Единственное, надо генералов нормальных, точнее одного генерала давай качать, золотокольцево, изогнутого, потому что пока он проседает. Вот так, вот смотрите, я сейчас его попробую пробить Т8 носителями, не смогу пробить. Не этот песочек не появился вокруг муравейника, видите? Тупо потерял 44 тысячи. Убил 307. Сейчас мы попробуем стрелками его пробить. Я не знаю, это животное просто имба какая-то. У него Т7. А я его Т8 не могу пробить из-за того, что у меня животное хуже. У меня 5-й скорпион. У него 8-й. Сейчас я поменяю. Попробуем пробить его стрелками. 6-й богомол. Может, получится стрелками пробить. Усиленные, чем мне нравится, то что они восстанавливаются чисто за медовую росу. Ее у нас в нормальных количествах. Давайте попробуем. Сейчас заодно и проверим, что лучше в атаке. Именно для меня. Тоже не пробил. Даже меньше убил, чем носителями. 224 тысячи убил. И потерял больше Т8 стрелков. А носителями я убил 307 тысяч. Потерял 40. Так, друзья, хотел бы передать привет Сергей Р. Передает подписчикам всем привет. Просит, чтобы подписчики ему передали привет тоже. Давайте поддержим пацана. Передадим ему приветы. Ему будет приятно. Для нас это ничего не стоит. Все, друзья, продолжаем. Видите? Очевидно, что носители потолще будут. Потому что меньше умерло. И больше убили. Вот он меня тупо простреливает своим скорпионом. Т8 усиленные у него эти носители. Но он очень много раз в меня бился. Где-то в общей сложности он слил. Даже не знаю.
1500, наверное, войск своих. Потому что он все время, когда пробивает или просто ударяет, теряет там 48-50 тысяч. Это ничего не теряю, там 10-20 тысяч, это мелочь. Ресов у меня только мясо, а мясо у меня как... Не буду говорить, чего за баней. Так что особо ничего не теряем. Даже когда у нас пробивает, мы в плюсе. Вот видите, он 10 тысяч теряет. Тупо его вытягивает его скорпион. Давайте попробуем пробить его еще раз. Тяжелый соперник, тяжело, хоть он и 20 уровень, ст7, но он походу прокачан нормально, потому что у него богомола Т8 я видел. Генералы все у него на десяточку. 50-е все на десяточку, все скиллы. Значит, он много донатил. Именно из-за того, что у него богомола, то надо очень сильно постараться, чтобы такое сделать. Плюс ко всему у него проценты хорошие. Под 300. У меня тоже 270 где-то. Короче, тяжелый соперник. Надо качать продвинутый бой. Потому что это вообще не дело. Нереально пробивают меня. Животное, конечно, прям... На этой битве я понял, что животное — это очень решающая тема. Особенно, когда меня с 10-м скорпионом пробили. Т8 носители с 10-м скорпионом. У него 400% носители. Атака, защита там 300 с чем-то, 380 или 360. Вообще прострелил просто жестко. Я ему 9000 всего убил. Ну, в потерю. А он мне где-то 20-ку. И так я ему где-то 50-60 тысяч в общем убил. А он мне 300 с чем-то именно ранил, там в больничку отправил. Очень тяжелые типы, короче. Давайте малинку скушаем. Закончилась малинка у нас. Сейчас чуть подкачаем животных. Рассвет идет на животных у нас. Буду делать себе скорпиона. Пытаться до 7-го хотя бы его поднять. Уже будет нормально. Потому что прям в этой битве я реально очень сильно понял, что животные прям очень бомбовая штука. Я и до этого это знал, но думал, что не так сильно это решает. Потому что с Т7 пробивать Т8 еще и не теряет он много, вот в чем мой плюс. Если бы он был с Т8, он бы меня простреливал нормально прям. Сильные типы, сильные. Где-то человек 10 я сегодня встречал. На меня нападали. Ну, я чисто от флоры играл. Я ставил там по 3 человека в отряд. По 3. И получается от флоры играл. Так что увидел 9-го атласа, 10-го скорпиона, 9-го скорпиона. У них, кстати, много играют на носителях, я это заметил. Очень много.
Из 10 человек 6-7 играли на носителях. Так что что-то они знают, как и мы. Опять он пытается нападать, что с ним не так, я не понимаю. Он много теряет, но все равно нападает. Но правда у него 10 миллионов было силы, когда я прилетел к нему. Значит, у него много очень Т7 этих носителей. Вот опять он нападает, опять теряет. Я вообще не понимаю его прикола. Я с ним вот здесь, как к нему прилетел, за 20 минут, ну где-то 20-15 минут мы с ним бились. Ну я тупо стоял, он меня бил, получается. Я тупо восстанавливал войско. И он, получается, все ракушки мне открыл на себе. 500 чем-то миллионов. Потому что он много вообще терял. Не знаю, что с ним не так. Вот, смотрите, я покажу все отчеты. Вот он уже потерял 200к войск. Еще 53, 253, 270 почти. Там таких отчетов куча. Раз 15 меня ударил, вот еще 53 потерял. Я же говорю, 1500 он потерял сегодня. Вообще жестко. Тупо на одном пацане сделал ивент себе. Вообще, мне нравится, как носители себя показывают, очень хорошо. Вот так вот, друзья.